21 января во всем мире отметили один из самых необычных праздников в году. Международный день объятий проявлять теплые чувства разрешается не только в отношении близких, но и незнакомых людей. Научно доказано, что объятия поднимают настроение и снижают стресс. Присоединились к празднику и в филиале досугового центра «Юность», что в деревне Калиновка. Для детей была организована развлекательная программа. Ребята поучаствовали в веселом конкурсе «Передай обнимашку», во время которого необходимо было по очереди заключать друг друга в объятия. С днем объятий! Для участия в эстафете, где нужно было выполнить задание вместе с другом, мальчишки и девчонки разделились на команды. Завершилось мероприятие музыкальной игрой. Было!